Роджер. Привет. Прости, друг, Роджер спереди. Ну, он забил себе место. Ты прикалываешься, да? Правило есть правило. Я не сяду назад. А, ну, тогда можешь такси вызвать. Прости, что сзади так тесно. Просто в багажнике очиститель воды Роджера. Да ничего. Как твои каникулы в Монголии? Это были не каникулы, это был шестимесячный ретрит, духовное уединение. Да-да-да. А мы с Роджером ездили в Берлин. Вообще, мы ездили на концерт, но вся поездка вышла эпичной, да, Роджер? Ну, не прям эпичный, у нас были разные комнаты. Роджер, я сказал, что у нас были разные комнаты, но это не что так. Что говоришь? Да не, ничего. И с каких это пор Роджер начал забивать себе переднее место? Ну, твое место было пустым, и он просто взял и занял его. Ясно. А у тебя все хорошо? Знаешь что, у нас дела просто шикарно. Роджер вернулся в университет. А, знаю. Я получил письмо от Роджера. Да, и о чем оно? Он так и не дал мне его прочесть. Думаю, это чисто между мной и Роджером. Кто-то вошел в круг доверия. Ты писал что-то про... То есть Роджер писал что-то про мою квартиру. Все в порядке? Роджер, он спрашивает про квартиру. Что с ней? Пообещай, что не рассердишься. Если не будет повода. Ладно. В ней поселились какие-то люди. Что? Как так вышло? Мне очень жаль, Стив. Роджер говорил с ними, но они смотрели на него, будто он псих. Почему ты не вызвал полицию? Роджер сказал, сам разберется. Хочешь сказать, что ты позволил своей кукле совсем разбираться? Не-не-не, он сказал... Ты чокнулся? Не-не-не, я просто... Ты с ума сошел? Так, погоди. Когда ты начал разговаривать со своей... Погодь. Что смешного? Ты прикалываешься. Боже, да конечно! Видел бы ты себя. Конечно, шучу, етить твою за ногу. Боже. Я ж поверил. Я знаю. Прям всерьез. Я уж думал отправить тебя в дурку. Да сейчас. Не, я не сошел с ума. По крайней мере, пока. Засранец. О, боже. Роджер. Да уж. И даже письмо. Да. Ты прям все продумал. Ты по одним месяцами готовился. Но вообще-то... Лавры тут принадлежат не мне. Это все Роджер придумал. Понятия не имею, как ему удалось не подать виду. Стой. Чё? Да, никого в твоей хате нет. Все в порядке. Чувствую себя виноватым. Ладно, Роджер, шутки кончились. Давай назад. Хорошо, что ты вернулся. Да. Я правда рад. Я рад вернуться. Ты чего? Мне не нравится, что он сзади. Это небезопасно. На колени его взять можешь? Знаешь что? Пусть садится вперед.
А я пошел отсюда. О, не-не-не, это из-за шутки про квартиру. Это ж всего лишь шутка. Не-не-не, все нормально. Я просто вспомнил, что мне надо кое-что сделать. Ну, Стив, Стив. Осторожно. Ты в ловушке. Стив, у меня столько новостей. Залезай назад, будет весело. Не, правда, все нормально. Еще увидимся. Ты обиделся на Роджера? Не-не, нисколько. Рад был повидаться и с тобой, и с Роджером. Пока. Стивен, подожди! Это ты виноват? Я знал, что шутка затянется. Да кого я обманываю? Я не могу злиться, смотря на это лицо. Мы ближе, чем дым в городе ангелов. Мы ближе, чем братья Кеннеди. И даже вместе в сюжетах наших снов будущее наше впереди. О, да, вот так. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Артем Бахтин и Михаил Полежаев.